Шум, брат, бразерс, и мы продолжаем проходить метро Exodus. Готовим кофеёху и погнали. Как ты? Что тут случилось? Хорошо, Артём нашёл. Чё это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А Майкл, может, местные повесили, чтобы... Спасибо, родной. Ладно. Так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Ещё чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвёт. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артём и ребята тут. Анька, ты инфаркт до старика доведешь. Вернешься, получишь имя. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Так, а где мы здесь переходим? Братья, помогите. А чё, Сэм? У меня патроны. Как настоящий ты база оккупантов выглядит? Скажу, чтобы мы знали, если откроемся. Ну. А чё вы сюда не идете? Я с тобой серьезно, блин? Чё ты кривляешься-то? Блин, чувствую, сейчас они меня окружат и завалят. По тихой воде, интересно, получится так их обойти. Уже и пуль нету. Блин, а где она? Вот. Сейчас мы, значит, идем к поезду. Скажет батя. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она брать. Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну,
Ладно уж. Сожрут. До сих-то пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите. Может, нам с боем придется прорываться. Да и прорвемся, когда неизвестно, что там дальше будет. Так я пригожусь. Я ведь лечить могу. И про мост я рассказала, что опустить можно его. Да, я же ему сказала про вагон в депо. Мы на нем приехали. Он удобный. Специально для долгой поездки готовили. Дядя Артем, возьмите нас, пожалуйста. Я буду себя хорошо вести и помогать буду. Честно-честно. Хорошо. Настена, не доставай дядю Артема. Не переживай, Настена. Дядя Артем с нашим командиром поговорит и все решится. Ух ты! Дядя Артем главнее страшного командира с железными ногами. Ура! Тише, доченька, так нельзя. Ну нет, дядя Мельник у нас самый главный. Но мнение дяди Артема он очень уважает. Да, дядя Артем? Да. Я уж и сам за этим вагоном собрался было. Да куда там? Пост, оккупанты, трибунал. Ну ты в курсе. Так что вы, Сани, уж постарайтесь на него повлиять как-то. Сейчас повлияю. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? Заберем. Привет, Артем. Привет. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Хорошо. Привет, Артюх. Видишь, как все срослось? Артём, да, подойди. Вижу. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Ну мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой шестилетней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христа не пущу, мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. Один я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами, со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Конечно. Но, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, ух, страшное дело. Из таких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай, путь не близкий, а что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артем, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи.
В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Короче, вот сюда нам надо. Кресту. План дальнейших действий. Захватить буксир торговцев и взять на абордаж город на мосту. Хорошо. Погнали. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для тихаря кое-что сделал. Попробую установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать. Хорошо, с калашом. Чистим его. Есть, хватит пока. Рукоятку ставим. Поставим этот прицел. Так, что это? Ублюдок. Это кустарный автомат, отличается высоким темпом стрельбы, в результате чего быстро перегревается и заклинивает, чем и заслуживает свое название. Так, калаш. Классический автомат. Револьвер. Простое, точное, надежное оружие. Производится в метро. Ашот. Несмотря на примитивную конструкцию, это массово производится в метро. Картечный пистолет. Понятно. Так. Так, глушитель. Ага, падает урон. Оставим, наверное, тогда. Так, как есть. И почистим. Хорош. Так, бронежилет. Противогаз почистить. Пригодится. Бронежилет, разгрузка. Так, итогу. Аптечка. Все. Так, картечь. Это на дробовик. Нам такие не нужны. А вот на калаш нужны.
Так, что нам надо? Все. Собрались маломальски. Так. Я сейчас на верстаке ничего не делаю, так что можешь работать, если надо. А где у нас коечка есть тут поспать? Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артём, вы ведь на задание, да? Да. Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Где? Он демонятом своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда. Они ночью появляются и светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Так, а где кровать? Поспать можно где-нибудь? Тут нельзя. Артём, как здоровье, хорошо? Артём, я ведь тебя так и не поблагодарила как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Давай, благодари меня как следует. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Ага, побежал. Возвращайся скорее. И от радиации держись подальше. Побег, милая, побег. Артем, ты же к терминалу? Может, князя встретишь? У него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял? Понял. Что сохраниться надо. Так, по карте нам... Мишка здесь. Короче, понятно. Нам надо в ту сторону. Так, а тут, по-моему, мы были на этой вышке. Что это такое?
данные по окрестностям терминала. Ну да, поджарило. Поджарило быстро. Надо аккуратнее с этими молниями. Нам туда прямо. Опа! Опа! Америка, Европа. Ну здоров, брат по крови. Здорово. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал под резиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни... зверолюди? Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкупы ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но... все равно, мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Так, а что у нас там? Что-то появилось? Аптечку мы не соберем. Гранату не соберем. Ладно, погнали. Так, тут мы не выйдем. Выходим обратно. Доброй охоты! Зайдем, наверное, мы сразу вот сюда посмотрим, что в этом домике. Коли уж рядышком. Может, что найдем сейчас хорошего. Толкуй мне, фигли мы чушку.
Поехали, летим. Хотя нет, нахер, нахер. Стрёмно тут. Все, пацанчик, я сдаюсь. Эй, парень, выпусти нас! Хоть, бля, не шмальнул сразу. Может, еще вывернусь. Да нас эти нечистые пособники сатаны схватили. Открой, а? Не бросай в беде. Открой, бля. Или поменять может. Не бросай нас, слышишь? Не бросай нас, слышишь? Не оставляй нас тут. Слышу. Так, а как там? Открой клетку. Открой клетку. Выпусти нас, прошу. Молодец.
хоть еретик ты. Но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Ну, давай. Тебя, тебя ведь Силантия анафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Так, пройдемся поверху, соберем, что тут у нас есть. Банки, склянки. Так, ну тут вроде все. Что у нас здесь? Смотрелись, теперь сюда. Отлично. Есть, есть. Есть. Все, тут мы вроде... Все собрали. Так, а это у нас... Ну да. Так, по крыше, если пройтись. В эту сторону. Можно вот тут посмотреть, в этом домике. Здесь карте нам надо сюда.
Но он говорил лучше ночью. Так что может лучше поспать сейчас и ночью пойти. Сейчас может аптечек скрафтить немножко. Спокойной ночи. Зайти, конечно. Ну там тварья дофига. Только нам надо через реку на мост туда. Не, лучше, наверное, пойдем. Да, мы их не одолеем, целая куча их. Здесь, значит, что-то у нас есть. Меня лысый, сука, на слабо поехал.
страшно. Кругом жмуры, обожранные на подобища. Я жутков этих потом сбрасывал. Чёрт она. А это Силантий ихних, сука. Как по ханам у них на хате заделался, всех мужиков, что против него хода были, саму скормил. На. Террасия, реальный беспредел. А как их режешь, визжать, что мы, мол, не люди. Но тихнешь такого пером, ты нормально обошелся еще, считай. А вешать чист, как живца на рыбалке. Да ну и он, на. Так а еще там че, летит из муры? Нет, там еще эти уроды, бля. Короче, я в главный зал заплыл, бля, а там жопа полная. Уроды пошли говнами кидаться, да орать. Я уже смекаю, что чисто валить пора. А тут мой отцов. Он, сука, скуба не любит, понял? Вылетает, сука, из машины. О. 15 лет. Конец по черне, где мутанты. Так, теперь надо тех пассажиров. И сум, сука, как давай еще врать. По тихой воде убрать. Как это чавка не вспомнил. Херачи, а что ты творил? Я? Так это не вышло. Сожрал он меня, нахер. Отлично. Тихо, тихо. А что мы поменяли? Двухстволку на вот это. Интересно такое. Глушителем разберем этот, а этот оставим пистолет. Так, продолжаем. Так, по карте тут зачистили. Идем теперь прямо.
Да, тут радиация хорошая. Надо уходить отсюда. Туда пройти. По карте нам надо. О, сюда. Можно. Верстак есть. Отлично. Можно. Отлично. Ну, пока еще можно походить, а вот пистолет. Так, аптечки. Так, этого хватает. Отлично. Так, сохраняемся. Ладно, наверное, сразу. Все, тут больше нечего ж брать. Идем отсюда. Нам теперь прямо. Thank you.
плыли. О, нас уже встречали. Так, правильно шли по карте? Правильно. Так, а как нам? Короче, вот сюда надо. Сюда не пройти. Ключик пригодился. Огонь. Так, что у нас здесь? Отлично, бинокль. А, ночное видение. О, отличненько. Что же он тут? А, просто удлинён. Ну, этот разберём. Всё. Так, тут есть. Посмотрели, пошли дальше. Ага, закрыто с той стороны, да? Хорошо. Не может. А если мы через окно?
вылезет. Там не пройдет. Там дверь закрыта. Огонь вообще. Пошли дальше. Ладно, тут, наверное, наверх лучше подняться. И сюда. Раз. Так, и куда нам лучше пойти? Туда или... Так, а это что у нас? Наверное, лучше разберем его. Спокойной ночи. Так, что у нас еще здесь есть?
понял. Что тут будет?
Так, что у нас наверху? Вот запутан. Так, пульки мы Так, рабы Божьи, рабы Божьи, понятно. Метро 2034. А,
Вернулись мы обратно. Получается крест, значит, есть. Вот я добрался до тюрьмы, теперь надо отыскать дрезины. Надеюсь, минотавра в этом лабиринте не окажется. Так, ну... Походу все. Так, и что нам теперь делать? Лодка должна быть. Вот она моя затонула. Получается, где мне ее искать?
возвратиться, может, назад. Ага, забыли вентилёк утонуть. Все. Хочешь, да? Надо, наверное, здесь лодку найти. Что-то мне не нравится. Данная ситуация. Блин, где эта дрезина? А, вон она.
Отлично, поехали. Заводи, поехали. Спрятана. Ну, теперь можно со спокойной душой ехать. Тут мы были, да? Тут мы не были. Что-то должно. Так, 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 винтовочка. Ладно.
грязная. Я почищу. Разберем ее. Тихо, тихо ты. Так, ну тут на вагон заходи. Так, где наша дрезина? Резина. Так, ну что, любые друзья, будем, наверное, прощаться до следующего видео. Не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Все, пока.